Мы пока планируем свои мероприятия, создаем базу, что же мы хотим увидеть и что мы хотим сделать. У нас прошла уже и рабочая встреча комитета эстафеты патриотизма поколений. Много можно подчеркнуть новых цифр, новых предложений. На фоне этого надо как раз и проводить ту работу и охватить как можно больше людей. Мы предложили сделать аудиогид. Аудиогид с погружением. Это значит, что можно слушать, можно читать текст. Можно смотреть фотографии и можно смотреть кинохронику. Человек может, пользуясь аудиогидом, совершить поездку сам на машине, пешком. Можно этот аудиогид посещать частично. То есть ты сегодня прошел 3 объекта, все, потом оставил на следующий день. И еще, что немаловажно, это можно вот аудиогид слушать, не выходя из дома. То есть ты скачиваешь или ты заходишь, и тебе профессиональный голос диктора рассказывает то, о чем мы хотим с тобой поделиться.